А почему не присудили первую премию? Ну, вы знаете, первая премия, конечно, тут можно и отобрать было ее, но не было настолько яркой и новаторской, и настолько, может быть, убедительной и в мастерстве продолжающих традиции, хотя уровень высокий, и вторые премии вполне достойно отражают уровень художественного творчества ваших сергиево-посадских художников. Спасибо. Да. Поцелуйте его, пожалуйста. А если нет? Пожалуйста. Ну, юбилярно. Нет, слава. Помещение в здании. Они арендуют, да, да, получаем деньги. Деньги пускаем на выставочную деятельность, на творческую. Это и есть серьезная проблема. Вот да. сейчас мы у нас должна быть с Белгородом. Вот денег не хватает, чтобы отвезти работы туда и назад. 1000 километров. Я думал, что санкции бьют только по ценам магазинов и так далее. Арендаторы разные, юристы там у нас эти, а заказчики у них кончаются, банки операции сокращаются, они или сокращают площадь, другую ищут, или вообще уходят. А это косвенным образом, вот такая вот непростая схема, у нас же больше доходов нет, как аренды. Для того, чтобы содержать здания, выставочные залы же бесплатно, вот, помогать художникам. Но все равно я вас поздравляю. Вы сегодня больше всего дипломов, грамот и премий получили. Полный чемодан. Да, никому его не показываете. Спасибо. Человека одинокая, которая второй премию, сломала ногу. Ой. А это Гончарова тоже сломала. Вернее, Гончарова ногу, а одинокая ключицу. Вот такое неприятное событие. Ясно. Ну ладно. Спасибо. Спасибо. Машина будет. Мы на минутку заглянем. Так, это Ира у нас командует Лужова.